Представители рекламного бизнеса и городские власти устроили совместный мозговой штурм. За круглым столом они обсудили возможные пути борьбы с незаконными объявлениями, которыми продолжает пестрить Петербург. Первым выступил заместитель главы администрации Петроградского Андрей Цыбиногин. Он с гордостью доложил, что количество рекламы в его районе за последние 4 месяца сократилось в 2,5 раза. Побороть статистику помог пилотный проект автоинформирования нарушителей. На указанные в незаконных объявлениях телефоны каждые 5 минут звонит робот и приглашает прийти в администрацию для составления протокола. Единственный недостаток метода – высокая стоимость. Дорого. Вы посчитайте, сколько стоит звонок по сотовому оператору, посчитайте, сколько производится звонков, дальше посчитайте затраты по персоналу, да, и вы сформируете картину. В любом случае, одного автодозвона для решения проблемы несанкционированной рекламы недостаточно, считают эксперты. Поэтому от традиционных методов отказываться не предлагают. За круглым столом был озвучен успешный московский опыт – ужесточение наказания за расклейку объявлений. Там штраф дошел до 10 тысяч, и желающих работать по профессии стало резко меньше. Аналогичные меры предлагают ввести и в Петербурге.